с созданием мощного топливно-энергетического комплекса в Западной Сибири связаны заботы и достижения уральских трубников. 25-й съезд партии поставил перед ними задачу значительно увеличить выпуск продукции для нефтяников. Задание это выполнено. На Синарском трубном заводе на стане 140 налажен выпуск всех необходимых труб нефтяного ассортимента. Производительность за горячий час достигла 32 тонн. Это превышает проектную норму. Синарские трубники первыми в стране начали массовое производство продукции особой прочности. Замки к бурильным трубам здесь привариваются методом трения. Стойкость изделий значительно выше прежней.